доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Места в теплом боксе под стоянку автобусов, автомобилей, газель, спецтехники. Телефон 8 922 533 48 67. Ремонт и запчасти стиральных машин. Звонить по телефону 60 60 80. Отдадут в добрые руки щенков небольшой породы. Помесь спаниеля, 1,5 месяца, возможна доставка. Телефон 92 35 65. Филиал «Оренбург-Межрайгаз» приглашает на работу автомойщиков. График сменный, зарплата от 14 тысяч рублей, соцпакет. Обращаться по адресу: город Оренбург, улица Самолетная, 79, автомойка. Звонить по телефонам 34 17 39 341 610. В поселок Южный требуются пилорамщики, помощники. Телефон 250 617. В организацию требуется менеджер по закупкам, менеджер проектов. Зарплата от 25 тысяч рублей. Звонить по телефону 8 905 887 78 94. На производство поселок Овощевод требуется уборщица, посудница. График работы 2 через 2, зарплата достойная. Звонить по телефону 90 20 09. Требуются отделочники. Телефон 96 75 02. Строительную компанию для работы вахтовым методом требуются начальник участка, мастер СМР, геодезист, инженер ПТО, монтажники металлоконструкций, сварщики, стропольщики, электромонтажники. Зарплата от 60 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 987 795 70 39. Требуются водитель категории «Б», торговый представитель, разнорабочий, оператор 1С. Телефон 8 987 847 84 83. Требуются охранники. Звонить по телефону 28 01 05. Вахта «Москва». Грузчики, комплектовщики, прямой работодатель, питание, проживание бесплатно. Организован выезд из Оренбурга. Звонить по телефону 8 800 777 8051. Требуется разнорабочий, слесарь, электрик. Телефон 30 59 58. Требуется сиделка. Звонить по телефону 21 13 78. Акционерному обществу «Юж-Урал-Золото-Группа компаний» для работы на горнодобывающих объектах в Челябинской области требуются машинисты экскаватора, машинисты буровой установки, водители самосвалов, проходчики, машинисты ПДМ, машинисты электровозов, горные мастера. Также предприятие проводит обучение рабочим специальностям с заработной платой на время обучения. Обращаться по телефонам 8 963 468 0127, 8 902 612 9009 и на электронную почту, адрес которой вы видите на экране. Требуются лицензированные охранники, есть вахта, телефон 27 17 52. Требуются лепщицы пельменей, телефон 93 76 29. Требуются сварщики на производство. Звонить по телефону 8 922 842 42 43. Требуется продавец, зарплата 15 тысяч рублей плюс проценты. Звонить по телефону 8 987 773 07 60. Срочно требуются лицензированные охранники в ювелирный магазин. Телефон 8 987 870 56 31. Предприятию общественного питания требуются повара, изготовители полуфабрикатов, мойщики посуды, официанты, экспедиторы по перевозке грузов, грузчики, комплектовщик, соцпакет. Звонить по телефону 32 83 46. Требуются автомойщики. Звонить по телефону 28 65 75. Требуются операторы на станки, специалисты-технологи. Обращаться по адресу: проспект Победы, 164. Звонить по телефону 202 803.
требуется слесарь в цех металлоконструкций. Телефон 8 922 842 42 43. Требуется уборщица в автосалон на Загородном шоссе. Звонить по телефону 8 932 201 20 20. Требуется швеи. Телефон 8 967 776 98 98. В столовую требуется повар, помощник кладовщика, уборщица. Звонить по телефону 20 55 14. Требуется бухгалтер на упрощенную систему налогообложения. Звонить по телефону 51 58 41. Требуется менеджер по реализации анатомических изделий. Телефон 8 987 197 94 59. Требуется продавец в салон мужской одежды в торгово-развлекательном центре «Север». Звонить по телефону 27 78 02. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55 77 31. Организации требуются швеи по пошиву рабочей одежды с опытом работы от 1 года. Оплата высокая. Обращаться по телефонам 8 922 530 8302, 8 903 360 7515. Компании «Транслист» требуется диспетчер по обработке путевых листов. Знание программы 1С обязательно. Обращаться по телефону 96 02 49. Требуются грузчики на улицу Беляевскую. Звонить по телефону 8 922 853 88 93. Требуется посудница, продавец на раздачу. Телефон 8 912 844 64 18. Требуется уборщица. Телефон 97 67 55. В управляющую компанию требуется энергетик, дворник, разнорабочий. Телефон 48 40 80. Требуется водитель с категории С. Звонить по телефонам 42 06 08 8 961 942 63 31. Требуются формовщики бетонных колец и керамзитоблоков. Телефон 22 70 90. В бригаду требуются бетонщики разнорабочие. Телефон 55 85 35. Требуется водитель на автобус, развозка. Звонить по телефону 90 37 01. Производственная компания приглашает менеджера по продажам, кладовщика-грузчика, швей, операторов производства. Звонить по телефону 8 961 911 35 44.